Борщ. Борщ. Ночевка вам не оставаться. Голос по радио объявляет, что зона заражена. Всем надевать маски, без масок не ходить. Новое путешествие у нас сегодня. Едем искать радоновые источники, горы. Надеюсь, найдем. Должен быть один советский санаторий советских времен, а другой должен быть, или там их несколько, частные. Будем смотреть. Так, приветственное слово нашему водителю. Куда собрались-то? Так, не выговоришь сразу. Короче, радоновые ванны. Радоновые источники, да. Поедем искать. Советский курорт. Вот, в часть есть для Душанбе. Сколько стоит проезд? Так, прицел. Так, забрали. Вот ушел от дороги. Ну что ж, отсюда, от этой горной реки, мы начнем свое путешествие дальше по Таджикистану, который богат не только фруктами, но и термальными источниками. Ведь не зря в советский период таджикские курорты закрепили за собой звание всесоюзных здравниц. Цель нашего сегодняшнего путешествия – это найти всем известную здравницу Ходжа Абигарм. Она расположена на высоте около 2000 метров над уровнем моря в живописном ущелье. Это примерно в 50 километрах к северу от Душанбе. Вот перед нами уже ворота – это въезд на территорию известного курорта. Из небольшой горной речушки на поверхность здесь выходят десятки источников горячей минеральной воды, которые содержат сероводород и азот. Именно эти горячие ключи дали название поселку Обигарм. Об в переводе с таджикского означает «вода», «гарм» – «горячий». Собственно, на территории этого поселка возведен всем известный курорт. Собственно, вот уже прямо с дороги можно видеть, как в горах возвышается огромная белая монолитная диковинка советской архитектуры. Санаторные корпуса и здания медицинских здесь учреждений, они сооружались еще во времена развитого социализма. Ну, а мы сейчас приезжаем в небольшой базар. Смотрите, чего здесь только нет. Мы приехали в санаторий. Даже не знаю, туда ли мы приехали или нет, но походу вот это он. Так, у нас сейчас задача посмотреть, что здесь за обстановка, как люди живут, стоит ли сюда приезжать отдыхать. Это вот тот самый советский санаторий. Говорят, там обстановка не очень, но по фотографиям в интернете, в общем-то, очень даже очень. Пойдем смотреть сейчас. Товарищи отдыхающие, видимо, почему-то в полотенцах на голове. Ну, как всегда, президент. Такая тут импровизированная парковка. Все вот так вот. Машин много. Почему-то люди все ходят в халатах. Ну, наверное, они тут с процедуры на процедуры. Наверное, так. Здрасте! Короче, дети говорят, очень похоже на Припять, Чернобыль. Все в таком вот состоянии полуразрушенном. Голос по радио объявляет, что зона заражена, всем надевать маски, без масок не ходить. Уважаемый президент. Правда, похоже на это, на Припять. Ну, это, наверное... О, администрация, глянь. На сегодняшний день это огромный комплекс, который может принять до 700 отдыхающих. Здесь есть поликлиника со специализированными кабинетами, лабораториями, ванное отделение, грязелечебницы. Ходжа Абигарм – один из немногих курортов мира, где сейчас в качестве лечебного средства применяется радиоактивный пар. Так, вот по этому номеру бронировать, да? Да, здесь много, здесь еще процедуры, здесь написано по-русски. Ага. А посмотреть сами комнаты можно, да? А этот корпус, он на какой-то лечебный, да? Здесь процедура проходит? Да, здесь. Третий этаж и второй этаж. А живут люксы в этом же корпусе? А полулюксы где-то в другом месте? Блок А, полулюкс, блок Б. А, тут большая территория, да? Да. Какие-то экскурсии, еще что-то есть, если на несколько дней приезжать? Конечно. Ничего нет, только все здесь на территории, что есть, да? Еще раз, главное богатство этого курорта – это горячие минеральные радиоактивные воды. Они выходят на поверхность земли с температурой до 95 градусов по Цельсию. Идем смотреть люкс. Есть лифт. Люкс, да? Это люкс, да? Да.
Да, их, да, большие кровати. Угу. Две большие, но вот они все. Там вид из окна такой, ну, куда-то на стену. О, здесь как красивый пол, какой красивый. Второй этаж. Еще на этой высоте, где расположен курорт, очень целебный климат. Здесь умеренно теплое лето без резкого колебания температур и кристально чистый воздух за счет того, что здесь растут каштаны, грецкий орех, белая акация. Все это в комплексе дало здорового отдыха. Сейчас мы вышли из главного административного корпуса на территорию. Вот с ними корпус, да, где полулюксы питаются. Да, здесь питание у люксов в одном месте, полулюксы в другом месте, стандарт где-то, не знаю. Так, вот молодильные радоновые яблочки. Нам сказали, что в принципе детям здесь находиться нельзя. Интересно, яблоки съедобные, нет? Здравствуйте. Специализируется этот курорт на лечении заболеваний органов опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кардиологии, болезней суставов. Едят яблоки, да? Да, радоновые. В тупиковые ситуации забираются. А, вот какая-то столовая была, видишь, какая-то с видом. Видишь, балкончик какой-то. А, это, наверное, VIP здесь был раньше. Че, вниз пойдем? А ничего не обвалится на голову? Смотрите, как тут. Когда-то здесь, наверное, было круто. И такой сейчас круто. Че, не круто, что ли? Масштаб такой. Ночевка была не оставаться, а так все круто. Ведьмаки. Если паутина из Ростов, сними их крупно, паутину. Снимешь, нет? Не видно ее? Ну, так видно. Это все в паутине. Это Припять. Хоп. Какая большая тут территория. Мы идем вниз. Что здесь? Смотри, кустики подстригают. Здесь, мне кажется, вот уже какая-то ухоженная территория. Фонтан, опять же, не работает. Лавочка. Вот можно было сидеть раньше на лавочке и любоваться на ущелье. О, ну, какая-то столовая. Ну, здесь я даже не знаю, что-то мне кажется... Да нет, тут только что ели. Никому не рады. Когда только что ели? Время? На завтрак, мне кажется, на завтрак ели. Так вон, там накрыт, чайнички стоят, посмотри. Так, Припять, часть вторая. Раздаточная. Посудку принимает. Хлебушек нарезает. О, о, вот это да, вот это масштаб. Здрасте. Вкусно, вкусно у вас? Борщ. Борщ. Да. Ага, понятно. А мы тут на экскурсии пока нельзя заплатить и покушать, пообедать. Вот сада. Весело, да, вечером? Да. А народу много, все заселено, да? Да. Да, вот прям столовая полная будет, да? 250 человек. 250 человек. Красиво. А где сами ванны-то? Радоновые ванны, где они? Они в помещении, да? Да. Вот. Душица, зверобой, валерьянка, ромашка. Валерьянка, ромашка. Чебрица, все есть, шалфей. Угу. Это какой-то это прошлогодний урожай, что ли? Нет? Да. Вот это испан еще. А это от чего? Что это? Да. Ой, это кого? Кого убили? Это сагу. Суркови, суркови. Что это такое? А, суркови. Сурок. А, понятно. А вот это что такое? Это джимулак. Это на волосы. Для дети, на волосы. На волосы девочки. А, понятно. Украшение, да? Да, да. Мана курут. Курут говорят, он курут. Курут. А, курут. Курут, да, да, да. Большой. А. Накрутили. Это миндаль. Нет, это курут не дарите. Это местные в горах, да? Да, да, местные, да. Местные горах. Масло есть. Масло, миндаль. Миндаль. Чё себе, сколько у вас тут всего есть, много. Кушают жир собаки? Да. Вкусно? Для бронхолит. А, когда болеешь, да, это самое, да? Да. А медвежий жир тоже? Да. А это что такое вот это? Камушки какие-то? Чья кучула, кучула, кучула борсы, чё ещё? На медом кучула чья? Какие-то штучки там стоят маленькие. Для... Они, кстати, ничего, у них там облучение никакое не происходит? Нет. Нет? Можно есть, да? Да.
В маленьких кулечках что-то там намешано. Это что такое вот это маленькое? Все лечится, да? Да, да. А сайт пчела. Ну, в общем, какой вывод мы сделали из посещения этого курорта? Уникальные процедуры, да, отличный горный воздух, природа, все это здорово, но все-таки это место не для обычного туриста российского, который хочет отдыхать комфортом. Так, вот мы думаем, нам в те шашлыки податься или в те, которые вот на горке? Что-то страшное туда и туда. Вот эти все люди, они все по-русски общаются. Мы знаем только слово шашлык. Так, говорят, это дача Рахмона на источниках. Вот, туда бы, нам бы как бы попасть бы. Здрасте. Здрасте. Скажите. Это, что за здание там, здание за шлагбаумом? Здание. Только дача. Чья-то дача? Да. А чья? По-моему, что ж мы так подумали? Правда, говорят, президентская. Чуть мелковато как-то для него, нет. Короче, не пускает нас туда. Так, вот еще одно частное здесь, частный санаторий. Гостинично-оздоровительный комплекс. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас в частном. Итак, мы находимся на территории круглогодичного оздоровительного комплекса, который называется «Сароб». Он расположен все здесь же, в Арзобском ущелье. На его территории находится уникальный радоновый источник, единственный в мире термальный гейзер с температурой воды 98 градусов Цельсия. Воды, близкие по составу к здешним, находятся лишь во Франции в одном единственном местечке. Представляете? Еще в 30-х годах прошлого века здесь проходило лечение радоновым паром. Говорят, что радонотерапия в настоящее время является самой эффективной альтернативной лечению нестероидными противовоспалительными препаратами. Здесь целый список показаний к лечению радоновым душем, ваннами и прочими вещами, которые применяют именно в этом санатории. Также существует много противопоказаний для использования радона, поэтому при поступлении врач в каждом отдельном случае описывает конкретную проблему и решает, какое конкретно лечение вы будете здесь получать. Мы видим очень красивую территорию, вот отдельные кабинеты есть массажа, какие-то там терапевтические кабинеты, очень красиво здесь. Смотрите, какой мощный. Красиво тут. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Что обедать будем? Обедать будете? Боится дышать радоном? Боишься радоном дышать? Плюхнулись мы, значит, такие тут вот за таким столиком стол нашли, потому что везде тут в основном топчаны такие лежачие с этими, с курпачами. Ну и все, уже вставать отсюда никуда неохотно. Значит, дойти до столовой, пообедать, посмотрим, что там. Может, колбаску сырую? Колбаску, сырок, яйку. Хлеб, сейчас, если ресторан будет не алё, то будет яйку тебе и колбаска. Вот такой вот здесь вот умывальничек. Мыться. А рыбка нам клюет. Да, полотенчик опять, чтобы ручки вытереть. Алё, грязнули, догоняй. Намыли мы руки, но в столовую нам не получилось зайти. Обед там начался у тех, кто отдыхает, поэтому нам предложили покушать через час. Ну, слава тебе, Господи, у нас были с собой. Мы уже покушали. Хлебушек, вот у нас там яички, сырок, колбаска, огурчики, печеньки, орешки, водичка. Кол где-то была, уехала. Вкусно тебе было? Супер вообще. Мало ли чем там накормят, да? Какие там тараканы бегают. А в смысле? Мы рекламируем. А здесь колбасу помыли. Санаторий рекламируем, чтобы ехать жить сюда. А, да? Ну, конечно. Нас просто не пустили, мы с удовольствием поели. Даже с тараканами. Да. Сейчас ждем детей. Собираемся, едем в сторону дома. Ну все, уезжаем мы с Сароба. Смотрите, какая пасека на горе. Так, ну что, резюме, нам здесь понравилось. В общем-то, можно отдыхать, нужно понять, куда деть детей, потому что с детьми здесь, конечно, не отдых. Здесь нужен такой совсем это, релакс-релакс. В таком ритме позавтракал, на процедуру пообедал, на процедуру поспал, на процедуры. В общем, дети здесь не помощники. Так, ну а это еще раз
Вот этот старый государственный. Масштабы какие, да? Почувствуйте разницу, да, там масштаб такой. Ну все, двинулись мы в сторону дома. Посмотрите, какое классное футбольное поле. Или какое это для чего, прямо в горах. Еще раз можно насладиться природой Таджикистана. Таджики уже считают, что наступила осень. По российским меркам это просто лето в самом разгаре. Еще раз хочется подчеркнуть, что Таджикистан богат в том числе и на санатории, которые расположены в живописных районах, с нетронутой природой, чистым горным воздухом, водой. И они по праву считаются одними из главных достопримечательностей страны. Так, внимание, кому срочно продается недостроенная дача? Строенная, но такая какая-то не очень стройная. Полненькая дачка. Кому? Все телефоны видите, да? Все услуги здесь. Вот, пожалуйста, футбольное поле для детей. Тут же вот у кого какие проблемы, можно сделать вот эту штуку. Шел он дорогою дальней в горы. А мы едем за горы. Хоша Мадет. Хош Домодедова. Ну все, концерт окончен. До свидания.